водителю трамвая на какой-нибудь популярный маршрут одесский и проехался бы с ней и задал бы вопрос. Ну вот, наконец-то меня ждет встреча с человеком, имеющим тот же статус в трамвайном движении Одессы, что и Мишель Платини в европейском футболе. Стой. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей меня зовут. А меня Татьяна Петровна. Татьяна Петровна, вы тот легендарный сотрудник, тот самый водитель трамвая, на котором равняются все остальные. Я прав? Точно, 100%. Я снимаю программу, посвященную вашей профессии. Если вы не против, я бы хотел сесть с вами на маршрут и немножко поснимать, как происходит ваш рабочий день. С удовольствием. Мы с большим удовольствием любим свою профессию, можем о ней говорить круглые сутки. Поэтому очень рады, конечно, пожалуйста, заходите. Ну, тогда пойдемте. Да. Вагон, уважаемые пассажиры, 16-й маршрут до 6-й станции. Как долго вы работаете водителем? Я работаю водителем 43-й год, с 11 марта. С 11 марта 43-й год. А вы в детстве мечтали быть водителем трамвая? Или мечтали о какой-то другой профессии? Думаю, что мечтала. У меня здесь работал дядя всю свою жизнь. И когда приезжал отпуск, он всегда рассказывал это с таким восхищением. Я знаю, что через вас прошло огромное количество молодых водителей трамвая. То есть вы их обучали, вы дали им путевку в жизнь. Помните вообще, сколько их было всего? Я точно сказать не могу, но уверена, что это около 1500 человек. За 20 лет это на маршруте, сколько бы мы ни ехали, какой бы вагон ни шел навстречу, везде, в каждом вагоне, через вагон, в каждом вагоне едут мои бывшие ученики. Если, например, на трамваях лучшие маршруты, вот самые лучшие, на которые все стараются попасть? Самый лучший и красивый маршрут – это 5-й и Фонтанское направление. Французский бульвар. Представляете себе эту красоту? Или Фонтанское направление, 12-я станция, на берегу моря. Волны, солнце, первые закаты, сход солнца, заход солнца. Это же вообще самые красивые маршруты. Это Фонтанское направление и 5-й. Следующая, 3-я станция, телецентр. Расскажите немножко о своей личной жизни, о семье. Семья моя. Мой муж работает тоже в трамвайном троллейбусном управлении более 35 лет. Тоже работает, он работает по наладке электрооборудования в службе пути. Сын закончил институт, техникум, тоже по электричеству, но он работает в энергосети Украины. Невеста тоже там работает, главным инженером работает. Двое внуков. Вот, которые тоже для них трамвай. Даже у моей внучки 3 года, спроси, как зовут твою бабушку новосменщика? Коля. Ну что, они с окна знают, видят, и мы живем, что видно трамвай. И о чем вы говорите? Моя вся семья – это наше трамвайно-троллейбусное управление. Во-первых, у нас очень много работают с семьями, очень много. Это такое предприятие, которое, если человек сюда пришел, он отсюда уже не уйдет. И тут много у нас работают с семьями. Что же, подведем итоги. Сегодня я познакомился с открытыми и замечательными людьми, которые ухаживают и управляют.